Это красивейшее место, которое вы сейчас наблюдаете, разумеется, Новая Зеландия. Рай для охотников всего мира. Немного мест на Земле могут похвастаться такими чудесами природы, какие есть в Новой Зеландии. Охота является одним из наиболее популярных видов отдыха в Новой Зеландии. Здесь много интересных животных. Сезоны охот пересекаются по срокам и не прекращаются практически круглый год. Здесь можно добывать 7 видов оленей, серну, гималайского тара, горного козла, кабана, кролика, опоссума, кенгуру, фазана, гуся и множество видов уток. Все вышеперечисленные животные были интродуцированы, то есть завезены сюда искусственно. И вот благодаря отсутствию хищников, а также грамотному природопользованию, здешние копытные, например, могут похвастаться превосходными трофейными качествами. Приехать сюда – это значит получить необыкновенные впечатления и почти наверняка добыть трофей на золотую медаль. Вместе с тем, это также испытание на выносливость и прочность. Охота в Новой Зеландии проводится с подхода, а это значит, что ходить приходится много вверх-вниз, иногда по очень крутым подъемам и спускам. У здешних копытных прекрасное зрение, так что на выстрел ближе 100 метров рассчитывать не стоит. Наша съемочная группа вместе с 4 охотниками прилетела сюда в конце мая, и в течение 9 дней нам удалось добыть несколько гималайских таров, европейских серн, благородных европейских и американских оленей. Впечатления незабываемые. Слово аутфитеру Михаилу Шукису. Добрый день, друзья охотники. Мы ведем один из наших репортажей из Новой Зеландии. Наша охота близится к концу. Немножечко детали из предыдущей информации. 2,5 года назад я уже был здесь. Мы были в другое время. Это был июль. Была необычно снежная зима. Было очень много снега. И хоть в снегу, конечно, охотиться никому нелегко, но охота не оказалась сложной. Сейчас мы прилетели в конце апреля. И вот сейчас начало мая. Снег только начинает появляться на вершинах гор. По этой причине охота оказалась значительно сложнее, потому что животные были гораздо выше. Особенно тары. Тар Новой Зеландии, гималайский тар Новой Зеландии – это, пожалуй, главный, наиболее заманчивый и наиболее трудный трофей. Он относится к семейству так называемых козла-антилоп. Его ближайший родственник проживает в горах Аляски и Северной Америки и Канады. Белый горный козел. Вот. Это не только очень красивое животное, но, как я уже сказал, трудное животное. Нужно идти вверх, и еще выше, а потом спускаться, а потом опять выше. Поэтому о хорошей физической подготовке можно целую лекцию прочитать, но все понимают, что коленки должны быть крепкими, мускулы должны быть тренированными, и самое главное, должно быть желание. Таких трудных трофеев берут сердцем. Помогает экипировка. Грамотная экипировка, хорошая крепкая обувь, непромокаемая одежда из современных материалов значительно облегчают условия охоты. Нам несколько дней пришлось охотиться под дождем. И ну вот я, например, допустил ошибку. У меня пара одежин оказалась недостаточно непромокаемыми. То есть они просто оказались промокаемыми. Вот, поэтому было очень неприятно. Вот. Но если говорить в целом, мы были в красивейшем месте, с очень хорошими, трудолюбивыми людьми, которые рады были видеть нас, которые прилагали все усилия для того, чтобы мы выполнили свои поставленные перед собой задачи. По поводу какой-то технической информации можно сказать, что Ребята из Краснодара, Виктор Кученко и Александр Беспалов, приехали с винтовками под 30.06 Спрингфилд. Двое москвичей, которые предпочли арендовать оружие здесь, получили тоже очень качественные винтовки. Один из них охотился с Манлихером под 7 мм Ремингтон Магнум, другой охотился с Браунингом, тоже под 7 мм Ремингтон Магнум. Нам не стыдно. Мы очень мало промахивались. Можно сказать, даже вообще не промахивались. Было пара неудачных выстрелов, но для такой интенсивной охоты это вполне приемлемо. В этом нет ничего необычного. Не промахивается тот, кто мало охотится. Однако перед тем, как отправляться на родину, нас ждет еще одна охота, на этот раз по Перу. Конец мая здесь – это конец осени, а значит, можно охотиться на утренних и вечерних перелетах. Здесь озеро такое. Что ж, это было незабываемо. А что говорят об охоте в Новой Зеландии сами ее участники? Когда мне поступило предложение поехать на охоту в Новую Зеландию, я недолго думал, потому что, на мой взгляд, это очень интересная охота, где-то очень далеко от нас, от России. Черт знает где, реально. Когда я поближе познакомился с животным миром Новой Зеландии, я увидел, что здесь есть здесь отличные охотничьи трофеи, которые очень меня заинтересовали. Это тар, гималайский тар, очень красивый, козла-антилоп, серна, европейский, американский олень, вапити, или, как зовут его здесь, элк. Вот охота закончилась. Могу сказать, что это была очень тяжелая охота, ребята. Значит, это горы. Через 1,5 километра подъема я подумал, что лучше бы я умер вчера. Вот, я выполнил все легкие, несмотря на свою, в принципе, нормальную физическую подготовку. Очень много эмоций. Дивная природа, которая просто завораживает взгляд, что можно сидеть целый день и медитировать, смотря на эти прекрасные горы. Честно говоря, хочется вернуться в эти края. Вот, мы здесь уже 9 дней. Такое ощущение, что мы здесь охотимся уже под месяц. Настолько плотно спрессовано время, что кажется, что каждый день наполнен какими-то событиями. Вот. Но ходит слух, что здесь есть в этих горах, где-то существует тар с 15-дюймовыми рогами, и это как легенда, наверное, может быть и нет. Но хочется вернуться и поискать его. Вич, спасибо. Перед поездкой в Новую Зеландию я там поднял кое-какую справочную литературу. Вот, даже нашел место, где будем охотиться. Это долина реки Рангитата. Я ожидал, что здесь красиво, но когда увидел это все воочию, то красота поразила меня полностью. Относительно охоты, ну, хочется рассказать то, что как бы... На мой взгляд, наибольшую сложность представляет охота на тара и серну, поскольку эти животные обитают высоко, поэтому приходится подниматься по склонам. Значит, склоны достаточно крутые, заросшие колючкой, юбкой, поэтому как бы у нас... Все руки у всех в занозах. Вот. Ну и дистанции, значит, на которые этих животных приходится стрелять, тоже как бы достаточно большие. Вот, я стрелял тара с дистанции 270 метров, серну стрелял на расстоянии 220 метров. Ну, охота на оленей, она несколько попроще, поскольку оленей здесь великое множество. Вот. Ну, мной добыто 6 животных. Это тар, серна, лань и 3 оленя. 2 европейских и 1 американский олень, элк. Трофеями я всеми доволен. Как бы они высокого качества трофейного. Ну и плюс, когда тебя окружает такая красота, то... Very good. Ну, в принципе, я много было наслышан о Новой Зеландии, о том, что если рай, есть где-то рай на земле, так это Новая Зеландия. Но действительно, мои ожидания вот совпали с тем, что я увидел. То есть потрясающая природа, ландшафт необыкновенный, много баранов. Единственное, конечно, я не предполагал, что насколько вот много оленей, которые разводят вот, в сельском хозяйстве. Насчет охоты, по поводу охоты, не думая, что такая здесь достаточно сложная горная охота. Вот, я был с Сашей в Киргизии, считал, что там сложная охота, но здесь горы такие, чтобы добыть трофей настоящий. В принципе, животных очень много, но именно трофей настоящий, это надо положить хорошо. По поводу моей охоты, программу, в принципе, выполнил. Печь мне достался молодой. Говорит, местные называют его горным козлом, потому что слишком любит лазить по горам и очень высоко. Специально напросился, попросил, чтобы даже не останавливался. 2 дня мы с ним выслеживали, тропили тара. Очень приличный тар взяли, практически на самой вершине. Да вообще вся бригада, по-моему, выполнили, даже перевыполнили план по трофейным. То есть животные трофейных достаточно много. Кроме трофейных животных, поехали мы на кабана. Кабан, правда, здесь небольшой, 100 килограмм, это уже у них считается приличный, 150 это рекорды. Но, тем не менее, было необычно, когда мы вот выслеживали кабана, оглянулись. Потом влево смотрим, он сзади нас в 10 метрах. Так как они с собаками на кабана ходят, тоже это необычно. На капоте кусок ковра, 2 собачки. Едем, собаки след, переход чуют, спрыгивают, бегут, стадо находят, отбивает от стада мелкого поросенка, ну, до 20-30 килограмм. Одна слева, другая справа. За уши хватает, он верещит и ждет прихода охотника. Но там все заканчивается, конечно, не выстрелом, а длинным тесаком. Ну и что еще запомнилось? Запомнилась вечерняя охота на опоссума, на кролика. Вот, а в принципе, конечно, замечательная природа, замечательное обслуживание, высококачественная, конечно, егеря работа. Не хочется уезжать. И, надеюсь, через год, через 2 сюда вернусь. За еще большим таром, еще большим трофеем. Скажи мне, Колин, что ты думаешь о русских охотниках, об их стрелковых навыках, об их подготовке к непростым условиям этой охоты? У меня, в общем, было всего 6 охотников из России, тех, которые охотились именно со мной. И в большинстве случаев они были прекрасно подготовленными охотниками. Никаких проблем не возникало, они делали все наравне с PH-ем. Они спокойно поднимаются вверх и способны долго идти. Вот Алекс, с которым я охотился последние дни, большей частью делал только один выстрел и всегда в точку. Мне очень понравилось работать с русскими охотниками, и я был бы рад, если бы все больше и больше россиян приезжало в нашу страну. Ну, как обычно, по окончании охоты остается заботиться о том, как таксидермист изготовит твои трофеи. Нужно выбрать хорошего таксидермиста, который знает, как монтировать животных. Мы обратились к Эндрю Холту из Крайстчерча в Новой Зеландии, и он, естественно, с радостью принял наш заказ. Таров почти все будут делать целиком, потому что это такое уникальное животное. Вот. Остальных животных или в настенном варианте, или в напольном варианте. Ну, обещают в течение 8 месяцев. Хотя, по моему опыту, таксидермист редко выполняет подобные обещания. И срок доставки немного затягивается, но это не важно. Главное, чтобы качественно были сделаны наши трофеи.